Слон, Черкассы, улица Смелянская. Прямо посреди улицы. Настоящий живой слон, не поверите. Возле кольца. Тут не только слон, еще и лошади. Класс, это какой-то зоопарк передвижной, наверное. Класс, там дальше верблюд. Тихо, это как какой-то зоопарк. Приехал. Передвижной или цирк. Класс, настоящий верблюд. В Черкассах, по улице Смелянская. Вот он цирк. Это все-таки цирк. Вот касса. Сейчас мы пройдем дальше. Тут верблюды, люди рассматривают. А на чем же вы работаете? Вас расходит, что тут на конце? Класс, вон там вдали, может, вы увидите, есть зебры. Вон там зебры, две, я вижу две зебры, но там еще есть лошадки-пони маленькие, красивые, пятнистые. Вон, если вам видно, очень плохо видно, но немного видно. Вот, в Черкассы приехали настоящие львы, их тут 5 штук. Смотрите. Вот он какой лев, красавчик. Да, это все Черкассы по Смелянской возле круга. По дороге на Смелую.